И, возвращаясь к праздничным событиям в столице, нельзя не рассказать о кульминации новогоднего праздника. В 1:30 ночи у Дворца спорта будет потрясающий фейерверк. Симбиоз видов и типов пиротехники. Пусковые точки, их будет 8, разместят на территории острова Слез на высоте от 15 до 150 метров. Поочередно будут мерцать римские свечи, батареи салютов, змеек, цветов. Предпочтение национальным цветам, красному и зеленому. Дополнит огненное шоу музыкальные композиции. Это классика, рок и популярные хиты.